Зима уже близко. Возможно, кому-то покажется, что это не самое счастливое, не самое оптимистичное время года. Почему-то есть такое шаблонное представление о зиме. Потому что холодно, нужно носить шапку, нос мерзнет, ноги мерзнут. Кошмарно. Но если посмотреть на зиму глазами художника, она такая прекрасная, что пройти мимо никак нельзя. В этом марафоне у нас будет 4 разных зимних сюжета. Мы посмотрим, как рисовать сугробы, мы попробуем рисовать тени на снегу, солнечную погоду, яркую, когда сугробы освещены, когда появляется какой-то цвет в деревьях и краски начинают играть и сверкать. Попробуем снежную погоду, туманную. И под занавес на последнем уроке мы с вами нарисуем городскую зиму. Уверен, всем будет интересно. Давайте порисуем.